Давай будем откровенны, знакомый день не первый. Но с каждой минутой старше, чем были минуты раньше. От атомов всей планеты до личных моих молекул. Ничто не оставит прежним, но как и тебя, подольше оставит нежным. Следующий раз ты встретишь улыбку, как мой глаз, и как его грусть, и Бога, как мою грудь. Но я буду старше на 10 минут, поэтому просто запомни год мой. Просто запомни, как меня зовут. Запомни, как меня зовут. Просто запомни, как меня зовут. Запомни, как меня зовут. Просто запомни, как меня зовут. Сегодня примерно 8, но с нами случилось осень. Дождь пролилась на город, по-моему, отличный повод начать новый день отныне. Но как у меня впервые, смотрю я на желтый ливень. Пути без конца и сокон своей машины. Иногда под столом я новый ритмик сечу каблуком. Пока ты расскажешь, что новости лгут, мне станет старше на 10 минут. Поэтому остановись и посмотри вокруг. Остановись и посмотри вокруг. Просто попробуй посмотреть вокруг. Попробуй посмотреть вокруг. Просто попробуй посмотреть вокруг. Попробуй посмотреть вокруг. Просто попробуй посмотреть вокруг. Через одну песню. Не. Мы же устали. Ребят, на самом деле, я думаю, что вы тоже знаете эту информацию. У нас в феврале вышел сингл, песня. Yeah. Да, она называется «О любви». То есть она на самом деле о том, о чем у нас все практически песни, но вот именно она называется так, прямо. Скажем так, без метафор. И изначально, когда мы ее придумали, просто собирались, играли ее на кухне. И когда, в общем-то, вышел сингл, собирался выходить, мы решили, что на сингле он должен быть именно там. Песня должна быть именно в таком виде там тоже. Вот сейчас мы в таком виде ее сыграем, как она есть на диске, как мы ее всегда играем у себя на кухне. У нас же общая кухня, мы все в коммуналке живем. Очень мало артисты зарабатывают, кстати. Так, просто на всякий случай. А можно поставить деньги на сцену? Да, Арман у нас готовит, я стираю, мою пол. Ну, об этом мы попозже можем поговорить. Арман готовит суп. Арман готовит суп. Очень вкусно, наверное. За мясо. А? Шашлык. Сыграйте на моей. Скоро. Ага. То есть вот так. Я никому не скажу.
О любви,